Так, ребята, камеру забыл, елки-палки. Бульдозер, катерпиллер. Какой-то катерпиллер. Выглядит ничего. Сейчас доеду до туда, попробую, может, дойду до этой самой, до базы, до этой камеры. В сумке камеру оставил. А вот. Z D6NLGP. Потом покрасивее сниму. Сейчас пока все повылазили. Думаю, у меня же на мобильнике тоже камера есть. Очень интересный. Сначала не врубился, елки-палки. Опять одной стороной неудобняк. Ну так просто загнали сюда. Потом уже поподробнее все расскажу. Значит, на двоих сказали, этот бульдозер, каток Аман, вроде бы ничего так выглядит, и экскаватор GCB гусеничный 210. Сказали, вроде будет еще один человек, и вдвоем надо будет на этих трех агрегатах управляться, в поселке дорогу строить. Так, ладно, пока все. Ну вот еще мобильником этим сниму. Сейчас развернулся, туда шел передом. Но все равно такое, я сказал, что если здесь дёрт снять, то еще хуже будет. Кстати, пейзажик, прудик, ну, вообще какая-то мухосранка. Ну вот такая вот фигня. Катерпиллер. Говорят, зачем тебе столько категорий, профессий, там вся. Ну, почему бы и нет, ну. Это же разнообразие какое-то. Какое-никакое разнообразие. Аккумуляторы поставил сразу же с утречка новые. Новые стоят две. Потом все равно надо будет посмотреть. А, ладно, потом закрою. Потому что контакты, может быть, надо будет почистить хорошенечко. Хороший такой гробик, я вам скажу. На таком не стыдно и в магазин заехать. Так, табличка. Потом со временем еще где-нибудь таблички всякие найду. Мустанг, самое главное. Лопата есть. Ладно, пока все. Все равно рассказывать пока нечего. Ну вот, загнал я его в такой бокс импровизированный. Ну, пес сумасшедший. И вот сразу же, пока я отсюда не ушел, сразу же вот этот каток. А, Бомак. Не Аман, а Бомак. И вот он 210-й, GCB-шка это. Ничего так, вроде бы ничего. Кое-какой инструментик есть, виброплита. Ну, это все потом. Вот, в общем, такие пока дела.